Привет. Это моя квартира. Мой дом. Мы покупали квартиру без отделки. И все, что здесь есть, мы все сами сочиняли, придумали. Главная задумка была, что центр нашей вселенной – это кухня, это место, где собирается вся семья, каждый вечер общается, ужинает. Ну, в общем, от этого все и плясало. Сделали кухню ребята из мастерской «Ваших идей». Быстро, удобно. Учли все наши пожелания. У нас было желание, вот, например, полочку для чая специально придумывали ее. В общем, чудесно все получилось. Так, как мы хотели, даже где-то лучше. Очень рекомендую всем, кто будет делать кухню, не экономить на фурнитуре, на всяких корзиночках, ящичках, которые будут вставляться. Это реально очень удобно. И я поблагодарила ребят, которые мне их советовали, потому что удобнее на порядок пользоваться вообще всем, что здесь есть. Были задумки, вот очень интересные у нас в итоге потом уже. После кухни придумался эта стойка, что-то среднее между шкафчиком, барным стойкой и стеллажом. Она у нас разделяет пространство между кухней и залом, такой зоной отдыха. И очень удобно, очень функционально. Здесь у нас много чего в нее помещается. Ребята также помогали выбирать технику, которая бы уже встраивалась непосредственно в кухню, и очень функционально, правильно, все работает, все отлично, абсолютно никаких претензий. Я довольна, и я бы рекомендовала с ними работать. И не только кухня у нас получилась, мы продолжили с ребятами работать, они делали отдельные мебель для другой части комнаты, потому что у нас так кухня перерастает в зал, и часть вот они делали тоже из тех же материалов, чтобы все это гармонировало и соответствовало. В общем, ребята молодцы, спасибо им огромное за то, что они здесь сделали. Дом стал уютный, мне здесь легко, мне здесь комфортно, вот о нем не задумываешься, где что лежит, как открыть, все на месте, все хорошо, вот живешь, как дышишь, все удобно.